Так, нам вперед. Сколько два урока у нас, да? Сегодня будет один маленький урок, называется Ленинский. Какие там надо? Вы девчонки, ваши старшие сестренки. Вы в первый раз пришли к нам в школу, где мы проучились 9 лет. Примите от выпускников сегодня огромный пламенный привет. В школе знают все... Сейчас я вам раздам учебники, и вы посмотрите, сколько их у нас и какие. Вот эти. Ну, а когда вот делаем,
Это у нас бывает. Вот когда мы с вами научимся читать, как вы говорите, когда мы его весь прочитаем, у нас будет следующая книга. Это «Родная речь». Вот такой. Да. Не хочешь? Куба?